Эй, лобстер! Эй! Эй, я тебя помню! Этот город слишком мал для нас двоих. Точнее, до троих. Ох, черт! Как я сказал ранее, этот город слишком мал для нас двоих. Это взрывается? Господи, может успокоишься уже? Раньше с вами было легче записывать интрухи. Да, теперь у меня СДВБ. И что это значит? Синдром дефицита. Дефицита внимания и бешенства. Стоп, это ты? По-моему, эти две поленницы не должны тут так стоять. Не, с ними все норм. А, ну ладно. Му, ты был дровами? Какими дровами? В которые мы стреляли. Да не был никто дровами. Это был я, да. Я еще выпрыгнул и... Или ты деревянный ящик? Да, да, вот теперь он заметил. Тебе пора текать. Это ящик! Это здоровый ящик, и он убегает. О, он быстрый. Теперь он памятник. Как он там пролез? Вот так, твое место в могиле. Нафига я превратился в эту хрень? Ладно, какой план? Идем. Я покажу тебе. Лады. Иди сюда. Уже неплохо. Это место просто обоссаться. Что? Тут моча. О чем ты вообще? О моче. О какой моче? Господи, мы просто тратим время. Блин, мы умрем. Чувак, они не будут стрелять по мне. На мне написано опасно. Что ж, вот о чем я говорил. Да, ты был прав. Что я вам сделал? Ты участник этой банды. На мне написано опасно, не стреляйте. Ничего, я люблю опасность. Нет, Брок, это личное дело, это личное. Окей. Что значит личное? Что я тебе сделал? Просто вспомни интро. Ага. Ну, и что теперь? Месть. Ну, теперь понятно. В кого ты стреляешь? Да так, в обычные вещи. Так они и могут быть обычными. В этом и смысл Пропханта. Давай, расскажи нам поподробнее. Ну, как выигравший два последних раунда, я могу вам кое-что рассказать. Выигравший два раунда? А, точно, я же умер, да. Да, вот именно. Не подкручивай себя статистику. Что здесь делает динамит? Погоди-ка. Эй, я не успел спрятаться, сорян. Сколько времени, Му, покажи мне. Тут что-то пробежало, какой-то быстрый мелкий сучонок. Быстрый мелкий сучонок? Он должен быть тут. Что ж, он не тут. Помогите, я горю. А, да замолкни. Худшего актера я еще не слышал. Ау, время вышло, мазафака. Нет! Вот так намного лучше. Я все еще люблю тебя. Я все еще люблю тебя. Ладно, а где второй? Что за... Что это было? Ништяк. Знаешь что? Где бы ты ни был, я убью тебя. Ты сказал, любишь его? Тихо! Ни слова! Ни слова! Что? Эван! Это стрёмное место! Что-что? Эван! Что? Зацени! Ох, черт! Да! Ну спасибо, напарник, так держать! О, я вижу, где он! Это все было обманкой! Что? Он на зеленой крыше! Как ты узнал? Мертвые не должны подсказывать! Я увидел тебя, как только умер! А, ну ладно. Они как раз про это. Нет, это было последнее, что я увидел. Я не убивал его, я пристрелил его, и он не выжил. К тому же нельзя отрицать факт телепатии. Венус известный телепат. Телепат? Да, телепат. Да, это от того же слова, что и телепузики. Ништяк. Хороший выстрел. О, май бах. Все это время я был сеном в тележке рядом с его трупом. Серьезно? О, это ты? Ох, черт! Ох, черт! Я не знал, что он был настолько близко. Ништяк, Эван! Ништяк, Эван! Ништяк! Что значит ништяк? Ништяк, Эван! Ништяк, Эван! Просто ништяк, Эван! Замолкни, за тебя я нервничаю. Мне страшно. Я понял, откуда эта карта. Откуда? Из Red Dead Redemption, я только понял. В начале игры, когда сходишь с поезда и подходишь к человеку за этой стойкой. И она появилась в G-моде спустя 10 лет. Точно, и тот же салун. Срань господня! Срань господня! Какого черта вы наделали?
О, мой бог, это было близко. Да уж, это было реально близко. Я же сам испугался. Я использовал фэкин, и все взорвалось. Фэкин? Ты играешь фэкин? Фэкин 4 или 5? Ништяк, ништяк. Хватит говорить это. Тут нифига не ништяк. Ништяк. Я просто... Ништяк. Надеюсь, сработает. На самом деле, это не очень хорошо. Не так ли? Нет-нет, это хорошее место, если подумать хорошенько. Что? Так? Нет, ты сказал то же самое, только с точностью да наоборот. Оу, это ты там? Это ты в салуне, Брок? Но может, я тут не один? Ништяк, Эван. Замолкни, замолкни, ноглая. Что бы я ни сделал, ты один фиг повторяешь. Ништяк. Так. Походу, вы застряли, как будто в колодце. Ох, черт, я не заметил, как время кончилось. Ага, а я думаю, чего он стоит и ждет? Я сделал паузу, типа офигел от его наглости. А я думал, это была обреченная пауза. Ох уж этот смех до нашего выхода. Ох, блин. Это значит, они нашли какое-то грязное место. Ты можешь в это поверить? Как тут и было. Ищи что-то, чего мы не сможем заметить, Ногла. Ну да. Какой же у вас классный контент. Сидите в одном месте по 5 минут, как грёбаные сучки. Ну да, совсем не так, как Вейнос в прошлом раунде. Совсем не так. Нет, у него все было ништяк. Посмотри на этого филина. Да, он обыскивает каждую щель, а время-то идет. Вы что, невидимые? Нет. Не для нормальных людей. Тут огромное пятно кончи на стене, а значит, они рядом, потому что они сидят и наяривают друг другу. Ох, черт, я думал, это они. Ты о чем? Да, это не они. Ну а что ты видел? Да так, ничего, я просто был наверху. Кажется, в 7-й номер заказывали свежие консервы. Привет, мазафака. Охренеть! Нет! Ты пристрелил обоих? Да, о мой бог! Где они были? Знаешь что? Посмотри мое видео и узнаешь. Ништяк! Мне показалось, ли я что-то видел? По-моему, я что-то видел. Точно? Нет! Эван, ты точно видел? Ох уж это молчание! Бревно! Это бревно в колодце. Я не знаю, как он пролез туда через эту решетку. Но зато он точно не выберется оттуда. Какого черта? Это было колдовское бревно, а колдовство мы тут не любим. Где же засел Брайан? Где эта мелкая сучка? Я пытаюсь записать контент, но получается говняная кучка. Нахер это место? Ненавижу это! Ненавижу это! Что случилось? У него получается контент, а я это ненавижу. Он был рядом? Теперь у него наберется 10 минут, а это значит, он сможет ставить рекламу в середине. Эван, убей его быстро! Черт, я не могу подсказывать, я не могу подсказывать! Иди к моему трупу, иди к моему трупу! Я не знаю, где твой труп. На лестнице. Ну что, Ногла, каково тебе? Приятно? Каждый раз, когда я делаю это, количество моего контента увеличивается. Вот так, страдай! Что это? Эван, иди в оружейный магазин, в оружейный магазин! Он там, он там! Видишь лезвие под этой штукой? Под какой? Да, он был там! Где? Он поднялся наверх, туда, где ты был раньше! Стреляй в него, он уже не наверху, а на этой штуке! Я его не вижу! Он на улице, шмаляй гранатой, шмаляй гранатой, шмаляй гранатой! Куда шмалять, я его не вижу! Нет! Спасибо! О мой бог! Фух, все-таки у него не будет контента. Нормально ты такой. Сначала сказал, оу, я не могу подсказывать. А потом... А потом такой, а, пофиг. Ну да. Это все равно было весело, так что норм. О боже, Эван, ты реально ничего не придумал лучше на этот раунд? Да, я не знаю, что делать. Я ничего не нашел за все это время. Что ты делаешь? Только не говори, что ты будешь стоять тут. Черт, кажется, мы в дерьме. Ладно, я стану этим. О, да, так держать, так держать. Замолкни, сучонок. Ладно, мы умрем через 5, 4, 3. Ты что, забыл, как играть в Rob Hunt? 1.
Оу, приветик! Слушай, главное подтвердилось то, что я могу предсказывать будущее. Это самое главное. Я гений. Я чертов гений. Понятно? Отвалите от меня. Я гений. Черт, эта бочка поднялась по лестнице. Я гений. Ох, черт. Это был неплохой паркур для бочки, бро. Ништяк, Эван. Ништяк, Эван. Просто ништяк, Эван. А, черт, он превратился в мелкую банку. Я не банка. Я не банка, чувак. Главное, что он малюсенький. Он был просто крошечный. О мой бог. Я не был банкой, чувак. Мелкая кружка, мелкая кружка. Я слишком добрый, я мог его убить. Как убил меня. Да, ты заслужил. Ты мог убить Эвана, но ты же ему подсасываешь. Чья бы корова мычала? О, Эван, ты так хорошо спрятался. Я буду в команде с Эваном. Я люблю быть в команде с Эваном. О, но вы реально не сможете его найти. Он слишком хорош в этой игре. Ништяк, Эван. Замолкни. Да, замолкни. Такое ощущение, что когда Ногла умирает, он ставит запись с этой фразой и уходит. Знаешь, что я вижу? Я хочу стать этим. Ох, черт, я хочу стать этим. Ништяк, Эван. Воу, так держать, так держать. Твое место было хорошим, Ногла. Спасибо, спасибо, оно все-таки сработало. Брайан просто забил. Иди сюда. Закажу-ка я пока что пиццу. Какую ты хочешь? Пицца для нас? Нет, пошел ты, для меня и моей девушки, тебя я не люблю. Он сказал, что любит ее. Вот тебе контент, Брайан. Он любит ее. А ну замолкните! О мой бог! Название и превьюшка! А, да пошел ты, только попробуй это сделать! Только попробуй сделать эту хрень! Только попробуй, мудила! Дайтхиденогла любит свою девушку! О мой бог! Я убью тебя! Эй, я видел тебя! Я видел, как ты там прыгнул! Не-а! Эван, шмальни из подствольника, пожалуйста! Закончи мои страдания, шмальни сюда гранатой! Шмальни гранатой в эту стену! Давай, в эту стену, прямо сейчас! Что тут происходит? Убей его, шмальни гранатой! Ну же! Мелкий мудила, ладно, я знаю, где достать гранат! Тут есть оружейный магазин! Я вижу тебя, Му! Что ты там делаешь? Ты как мелкий котенок в новом доме. И сейчас ты умрешь. Ох, черт, поберегись! Нет! Почему ты не убежал? Не убежал куда? К нам? Да, теперь у них есть название и превьюшка. И 10 минут видео. Ты можешь не кашлять, когда я записываю? Я могу вмазать тебе по башке. Что за... Это любовь! О, Эван, у тебя есть яйца! Это так тупо! Нет, это довольно смело! Или я бы даже сказал... Ништяк! А да пошел ты! Ништяк! Вот как я назову видео. Джимот, Пропхант, ништяковые моменты. Ништяк! Не будь злюкой! А чего ты дерешься? А чего ты дерешься? Играй давай! Ну нет, погоди! Он сказал, что любит тебя. Кажется, у них любовная ссора. Я не била тебя, это было в шутку. Ты не шутила, это было не в шутку. Посмотри, видишь это синяк. Черт, слушай, они же вставят это в свое видео. Надеюсь, они так и сделают, чтобы все узнали, что ты меня бьешь. Нет, нет. Вот ты чертовка. Мы всегда раним тех, кого любим, Дайтхиденогла. Хватит смеяться. Где там пицца? Я видел его! Я видел его, он на кладбище, он на кладбище! Эван, сваливай оттуда! Выходи, сучонок! На этот раз я тебя не отпущу! О чем ты? О да, о чем это я? Я всегда давал тебе фору, но на этот раз ты не уйдешь! Эван! Он вышел! Он отключился! Мы выиграли! Нет, нифига, все знают, что мы настоящие победители, те, кто выходят! Заложник убит. Повторяю, заложник нейтрализован. А, что? Какого хрена? Как ты умер? Я сломал ногу, и меня остановило сердце.